Это даже не виниловая пластинка, эбонитовая. Стоимость особо ценных экспонатов этой выставки на аукционах может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Многие вещи уникальны. Все они получены музеем краеведения в дар. Именно за счет дарителей пополняется не только музейное собрание, но в научный оборот, в стационарные экспозиции, в тематические выставки, в передвижные выставки вводятся уникальные артефакты, о которых ранее общественность не знала. Игорь Налетов в этот раз внес самый весомый вклад. Передал музею 500 артефактов. Врач из Вольска собирал свою коллекцию 40 с лишним лет. Что-то нашел в семейных закромах, что-то у друзей. Ради интересных экземпляров пришлось научиться переступать через себя. С годами научился, переступая через себя, спрашивать все-таки, а может быть, вы мне продадите? Ну, да возьми, ради бога, так. Так вот собиралось это. Потомки архитектора Калистратова – друзья космонавта Гагарина. Среди дарителей известны и обычные люди. Например, эту акцию Бельгийского общества трамваев и электрического освещения в Саратове приобрел в интернете студент классического университета. Екатерина Молчанская, Олег Буланов, новости «Телеобъектив».